Окуни и плотва – такую рыбу увидел Артем Тутин в воде второго Барковского карьера на глубине примерно 4 метров. Видео он снял в воскресенье 12 января. На второй Барковской карьер Артем приехал вместе с друзьями, чтобы посмотреть рельеф дна и узнать, где стоит рыба. Оказалось, что у берега ее практически нет. Мы обнаружили редкие стаи рыб, которые находятся преимущественно на глубине. То есть рыба была, обычно она стоит на дне, либо поднимается кверху. А рыба стояла на середине воды и ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Ну и вдобавок большое количество мусора непосредственного около дна. Пластиковая посуда, стеклянная посуда, всякие банки, бутылки и прочее. Видео рыбалка из обычного увлечения переросла в хобби. Теперь Артем ведет свой блог. В ближайшем будущем он надеется посетить и другие водоемы Рязани и области и выложить видео о них. Планы на будущее исследовать, я, пожалуй, думаю, самые ближайшие сначала к водоемы к Рязани и в Рязани непосредственно, которые находятся, но потом подальше, дальше продвигаться. И сейчас часто спрашиваем рыбаков в группе, какие бы они хотели видеть съемки, с каких водоемов, и именно эти водоемы выезжаем, чтобы сделать видеосъемку. Помимо рыб в воде, которых заснял Артем во втором Барковском карьере, оказалось немало мусора. Теперь, изучая видео с водоемов, мы будем знать не только, где и какую рыбу ловить, но какая речка и пруд наиболее засорены. Возможно, эта информация понадобится и для служб, которые занимаются очисткой водоемов. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».